Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Вуколов, и я рад, что вы присоединились ко мне. Сегодня мы с вами находимся в очень живописном месте недалеко от города Сочи. Здесь и до моря рукой подать, и за мной начинается главный Кавказский хребет. А здесь расположилась ферма, где выращивают золотых рыбок. Ну, конечно, не аквариумных, и тем более не сказочных. Речь идет о выращивании самой настоящей радужной и янтарной форели. Ну что я все болтаю? Давайте прямо сейчас все увидим своими глазами. Ферма расположилась у подножья главного Кавказского хребта в поселке Казачий Брод, в 30 километрах от города Сочи. Впервые форель стали выращивать в Канаде в конце 19 века. А в Россию она попала, по-моему, в 1911 году из Германии. Ближайшие родственники форели – это все семейство лососевых. Но форель выгодно отличается в этом плане, потому что после нереста она не погибает. И за свою жизнь может нереститься до 8 раз, что, заметьте, немало. История этого форелевого хозяйства началась в 1963 году. В ту пору город Сочи был главной здравницей Советского Союза. Первые 2 миллиона оплодотворенных икринок были завезены сюда из Дании. Сегодня на ферме обитает 30 тысяч самок и 3,5 тысячи самцов. Знаете, женщины и здесь взяли число. В хозяйстве выращивается две уникальных породы. Это адлер и адлерская янтарная. И выведены они были именно здесь. Первый раз в искусственной среде форель начинает нереститься к 2 годам. Период нереста с сентября по март. Этот сезон на ферме самая горячая пора. Каждый понедельник и четверг рабочие хозяйства заботятся о том, чтобы каждая самочка выполнила свою задачу. Здравствуйте, Петр Павлович. Здравствуйте, дорогой. Здравствуйте, здравствуйте. Я знаю, что ваша форель нерестится по четвергам и понедельникам. Объясните мне, пожалуйста, почему у нее такой странный график? Вы знаете, нереститься в понедельник в четверг свыше дано. Это Божий промысел. Понял. Петр Павлович, второй вопрос. А можно я поучаствую в нересте? Безусловно. Можно я проявлю свои какие-то мужские качества? Мы были вам очень признательны. Спасибо. А что я должен для начала сделать? Я думаю, что вам нужно переодеться. Для начала. Спасибо. Безусловно. Понял. С этого мы и начнем. Вот мне выдали вот такой ярко-желтый рыбацкий комбинезон, потому что производство здесь достаточно мокрое. Мне осталось его только одеть. Ну что ж, чувствую я достаточно себя комфортно. Пойдемте знакомиться с рыбой. Сегодня я планирую изучить весь цикл выращивания форели, от икринки до зрелой особи. День на форелевой ферме начинается рано. Когда солнце еще только выглядывает из-за хребта, у этих прудов уже вовсю кипит работа. А здесь проверяются самки форели на созревание икры. Для этого используется вот такой кожаный мешок, чтобы рыба не поранилась. Геннадий, каким образом вы понимаете, что форель созрела? У рыбы должен быть животик мягенький, но лучше сами попробуйте. Ага, ну что ж, барышня у нас уже есть. Это, в общем, такая матрона, мамаша. Вот. Честно говоря, первый раз буду заниматься такими интимными вещами, тем более с рыбой. Хотя, с другой стороны, у меня, конечно, опыт общения с женщинами есть. И я думаю, что законы природы, они одинаковы для всех. Любая женщина, с одной стороны, любит крепкую мужскую руку, а с другой стороны, галантные отношения. Попробую быть настоящим джентльменом. А, я вижу, идет икра. Все-таки вот эта самочка готова. И мы ее сейчас отправим в другой цех, где мы ее будем доить. Геннадий, спасибо огромное.
Желаю успехов вам в вашем интимном труде. Рыбу, еще не готовую к нересту, отпускают обратно в пруд, а зрелых самочек везут в инкубационный цех для взятия икры. Мы находимся в инкубационном цехе, где и производится так называемый отбор икры. И мы сейчас с вами совершим таинство зарождения новой жизни. А поможет нам в этом Владимир Никитин, профессиональный рыбовод. Здравствуйте, здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. Не могли бы вы нам показать и рассказать, каким образом производится отбор икры? Все операции производятся руками человека. Да. Вплоть до оплодотворения. Первоначально, чтобы взять рыбу в руки, необходимо одеться соответствующие резиновые перчатки, сеточка на руку, чтобы не выскользнула рыба. Чтобы не скользила. А почему резиновые перчатки? Почему нельзя давить руками? Руками нельзя давить, рыба получит ожоги. Разница в температуре. Разница, да, в температуре. А вы сейчас не покажете мне, как это все делается? Покажу. Теперь вы не дадите мне возможность попробовать это сделать самому? Конечно. Необходимо вам будет одеть резиновые перчатки и сеточку, и можно все попробовать. Хорошо. Но, по-моему, у меня получается. Здесь можно чуть-чуть посильнее. Вот с этой достаточно нежной процедуры и начинается зарождение жизни. Таким образом, мы даем жизнь новому поколению вот этой необычной краснополянской форели. Ну, завершающую фазу я доверю все-таки Владимиру. Все. Вот рыба пуста. Профессионал. Икры в ней осталось совсем немножко. Завтра брюшко подтянется, немножко напряжется. Икринки скатятся ближе сюда. Мы произведем процесс вторично. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, выпускайте ее. Взяли икру у самки. И для того, чтобы завершить процесс, мы должны взять молоки у самца. Для этого требуется несколько инструментов. Необходимо приготовить чашку и оплодотворяющий раствор. Оплодотворяющий раствор – это специальный физраствор на соляной основе, который соответствует химическому составу среды брюшной полости рыбы. Это, то есть, среда, питательная среда, в которой находится икра, и где она чувствует себя наиболее комфортно. Икру высыпаем аккуратненько в таз. И необходимо взять самца. Давайте выберем хорошего, крепкого мальчика. Я хочу, дорогие друзья, рассказать вам, чем отличается самец от самки. Видите, он более темно окрашен, и на нижней челюсти у него есть шишка. И сразу же, конечно, можно определить его по брюшку, которое намного тоньше. И вот оно, на ваших глазах зарождается новая жизнь. И немножко перемешиваем икру. Заливаем оплодотворяющим раствором. Сейчас икра в этом растворе должна постоять не менее минуты. То есть достаточно минуты, чтобы икринки оплодотворили? Достаточно одной минуты. Фантастика. А потом уже оплодотворенную икру мы погружаем в инкубатор. Инкубатор, полный. Вообще, на самом деле, фантастика. У меня такое какое-то внутреннее чувство, какое-то совершенно необычное. Потому что вот буквально в течение минуты мы получаем новое поколение радужной форели. В природе, в гнезде у рыбы, оплодотворяется всего 4% икринок, а в инкубаторе эта цифра достигает, вы не поверите, 85%. Спасибо большое. А сейчас мы с вами переместились в цех, где находятся сами инкубаторы, которые представляют вот такую 120-литровую пластиковую колбу. Снизу подается вода. Вода здесь из артезианской скважины с глубины 60 метров. И что очень важно, эта вода имеет температуру 12 градусов. И это очень важно с точки зрения
комфорта для икры. То есть в природе это наилучший температурный режим для инкубации икры. Сама икра помещается на сетку. Сейчас мы с вами совершим вот эту операцию. Аккуратненько, вот так на себя, мы выливаем икру. Здесь специально рассчитанное количество икры, чтобы она равномерно расположилась на этой сетке. Снизу идет равномерный напор, и это очень важно, потому что в природе существует турбулентность воды, и икра бьется об камни, об песок. А здесь она находится в идеальном условии. Таким образом, с водой равномерно поступает кислород, и вода поднимает наверх мусор, который мог оказаться в этой икре. И сливается он вот в это отверстие. Через 40 дней в этих инкубаторах созревает эмбрион. У личинок появляются глазки. Эта стадия так и называется – стадия глазка. Перед нами икра, которая созревала в инкубаторе 3 недели. И вот она приобрела вот такой специфический вид. И мы находимся в цехе отбраковки неоплодотворенной икры. Скажите, Яна, а вообще сколько икринок дает половозрелая самка форели? Самка радужной форели дает от 3 до 5 тысяч икринок. Давайте я, с вашего позволения, попробую удалить неоплодотворенные икринки. Да, конечно, давайте попробуем. Давайте. На самом деле, мне кажется, здесь нужна просто внимательность. Вот мы сюда ее. Процесс, в общем, нет, требует, конечно, некой сноровки. Трудоемки, да. Икринки очень нежные, поэтому с ними надо обращаться как с детьми, как со своими родными детьми. Что, в общем-то, я и делаю. По-моему, я все убрал. Вы можете проконтролировать меня. Эмбриончики. Живые, вот эти вот черненькие глазки, да. Это, наверное, глаза эмбриона. Да, да, да. А Яна похвалила меня. Здесь я заработал, наверное, четверку, да? Вот одну не отобрали, погибшую. Ай-яй-яй-яй-яй. Балл будет понижен. Но я быстренько исправлюсь. Спасибо, Яна, вам огромное. А мы перемещаемся в следующий цех. Пойдемте. Находимся на самом крупном в России форелевом хозяйстве в поселке Казачий Брод, у самого подножия главного Кавказского хребта. Здесь мы следим за рождением и развитием одной из самых ценных пород промысловой рыбы. А сейчас мы с вами подошли, на мой взгляд, к самой главной стадии выращивания форели. Вот в этих питомниках происходит выклев личинки из икры. Давайте узнаем, как все это происходит. Маленькие форели рождаются с большим запасом питательного желтка. У них огромное желтое брюшко. И пока они безмятежно бездельничают, лежа на дне питомника. Когда желток заканчивается, форель поднимается на поверхность и делает свой первый вздох, заполняя воздухом свой плавательный пузырь. С этого момента начинается ее юность. Но на этом этапе очень важна температура воды. Она должна составлять 10-12 градусов Цельсия. Несмотря на свои малые размеры, мальки-форели очень прожорливые, поэтому их кормят каждый час. И если пропустить кормление, то мальки мгновенно превращаются в жестоких каннибалов. Цыпа, 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 цыпа. Но мы этого не допустим. Через 3 месяца личинки наконец становятся полноценными мальками. Их переводят в малые пруды. Глубина малых прудов 1 метр, больших до 1,5. В одном пруду могут содержаться до 40 тысяч особей, а всего в хозяйстве 191 пруд. Такое количество необходимо для того, чтобы рыба всегда находилась в благоприятной среде обитания. Время от времени пруды нуждаются в чистке, поэтому каждые 2-3 месяца рыбу вылавливают и перевозят в чистые водоемы. После чистки сюда поступает артезианская вода с глубины 60 метров. Ведь в природе форель любит
чистую, прохладную и проточную воду. И как только этот пруд наполнится водой, он будет готов принять своих новых жильцов. Из инкубатора мы перевезли мальков радужной форели в их новый дом. Вот такой просторный пруд. Сейчас мальки уже весят 7-8 граммов. Это уже вполне самостоятельные рыбки. Но все же они нуждаются в определенной заботе. Во-первых, они все так же прожорливы. И на этом этапе развития их необходимо кормить до 6 раз в день. А во-вторых, мальки любят тепло. И вода для них должна быть на несколько градусов выше, чем у взрослых особей. Несмотря на то, что малькам очень комфортно на свежем воздухе, все-таки существует опасность получения солнечного ожога. Поэтому здесь придуманы вот эти маскировочные сети, которые создают тень. И второе назначение этих сетей – они оберегают малька от любителей легкой наживы, главных врагов – птиц. Еще на этом этапе развития форели рыбам угрожают травмы, поэтому сотрудники устраивают своим питомцам регулярные медосмотры. Давайте посмотрим, как это происходит. Лаборатория, в которой обследуют рыбу, находится здесь же, на территории хозяйства. Хотя радужная форель не болеет уже более 20 лет, о ее здоровье регулярно заботятся. Мы находимся в лаборатории, где обследуется здоровье рыб. Виктория Алексеевна, чаще всего какие заболевания угрожают рыбам? Рыбы, как и все живые организмы, болеют абсолютно всеми заболеваниями. Но к огромному нашему счастью, на хозяйстве опасных для здоровья рыб заболеваний уже не фиксируется более 20 лет. Существуют незначительные заболевания, это связанные с транспортировкой рыбы. Мы ее, конечно, травмируем. При взятии икры рыбку травмируем. А каким образом производится обследование? Обследование проводится в лаборатории. Для этого рыбу привозят сюда. Та рыбка, которая нам по каким-то параметрам не понравилась, привозят в эту лабораторию. Здесь берутся с поверхности рыбки соскобы. Мы проверяем на наличие паразитов рыбку. Вы не могли бы поставить диагноз вот этим пациентам? К огромному счастью, эти пациенты абсолютно здоровы. Видите, плавнички целые, поверхность абсолютно целая, глазки в норме. Поэтому лечить ее не надо. Ну что ж, мы рады, что поголовье на этой форелевой ферме здорово. Если же случается, что форель все же умудрилась заболеть, то для нее предусмотрен специальный карантинный пруд. А в этом пруду форель проходит реабилитацию. Сейчас он пуст, значит, все здоровы. И это радует. Кстати, даже здоровые особи форели развиваются по-разному. Рыба, рожденная в одно и то же время, весьма существенно отличается по размеру. Сейчас мы вам это покажем. Знакомьтесь, это Аркаша и Николай. Они родные братья, но посмотрите, какая разница в размерах. Так, Аркашенька, Коля, домой. Вот такая селяви. А что делать? В период роста форели пруды периодически прореживают. Крупных особей обычно отселяют в отдельный бассейн, иначе при кормлении сильно не подпустят к еде более слабых. Форель – это хищник. У нее 48 очень острых зубов. Это сильная, активная рыба. В природе она питается ракообразными, личинками насекомых и, конечно же, мелкой рыбешкой. Крупную форель кормят уже меньше – 2 раза в день. Обычно на 1 килограмм живого веса форели приходится 1 килограмм корма. Дорогие друзья, хочу вас познакомить с Леной, с матерью-кормилицей. Судя по всему, у вас огромная семья. И сколько же рыбы вы выкормили своими руками? На сегодняшний день я сбилась с счета. Это порядка несколько десятков тысяч. У меня вопрос. А что входит в состав рыбьего корма? В состав рыбьего корма входят протеины, жиры и углеводы. А можно попробовать? Можно, конечно. Интересно, что же это такое? Как на вкус? Знаете, что...
достаточно пикантный вкус. У меня такое ощущение, что здесь присутствует явный вкус креветок. Вы что, рыбу кормите креветками? Абсолютно верно. Вкус вас не обманывает. Здесь действительно содержится акрилевая мука. Это именно тот компонент, который придает рыбке ее мясу розовый цвет. Ага. То есть скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Правильно. С вашего позволения, можно я попробую покормить? Конечно, можно. Тем более вы кормите первый раз. Да. Вот, тем более вы должны загадать желание. У нас, видите, у нас не простая рыбка, а золотая. Но у меня есть шанс загадать желание. Уважаемые жители Земли, пожалуйста, любите природу, и она вам ответит тем же. Я попробую покормить руками. Оп! О! Все-таки не надо забывать, у нее 48 острых зубов. Опа! О! Вот это хищник. Ну что ж, вот и я стал отцом-кормильцем. Отцом большого форелевого семейства. От малька весом в несколько граммов до крупной рыбы обычно проходит чуть больше года. И в процессе этого роста иногда случаются неожиданные метаморфозы. Лена, а вот я вижу, что среди янтарной форели плавают здесь голубые особи. У меня к вам вопрос, что и у форели это случается, либо вы выводите какую-то новую цветовую гамму? Нет, сейчас, на данный момент, это всего лишь отдельные экземпляры, отдельная мутация. Вот. Но мы планируем через много лет все-таки создать вот так же, как янтарную форель, так же вот породу голубой форели. Леночка, а можно как-то поймать эту рыбу, чтобы я показал ее телезрителям? А вот попробуйте это сделать. Возьмите сачок и попробуйте поймать. Попробую. Опа! О, поймали. Так, у нас кто-то есть. Сейчас мы ее быстренько выпустим. Вот она. Голубая форель. Скажите, а кровь у нее голубая? Нет, кровь у нее красная. Кровь красная. Но мы не будем ее мучить и отпустим в этот пруд. И возможно, что у Лены получится вывести новый вид голубой форели. Помимо янтарной форели, на ферме разводят и черноморского лосося. Он, конечно, крупнее и выглядит агрессивнее своих позолоченных собратьев. Более того, форелеводческое хозяйство – это всероссийский генофонд различных сортов форели. Одна из его главных задач – поставлять икру для будущего разведения во все регионы страны. А это около 25 миллионов икринок в год. Вот мы с вами прошли полный курс взросления форели от икринки до взрослой особи. И в этом пруду содержится рыба весом от 7 до 10 килограммов. Этого веса она достигает 4 годам, а сама форель живет до 12 лет. Есть к чему стремиться. В этом стерильном помещении происходит засолка икры. Честно говоря, у меня не поднимается рука участвовать в этом процессе, потому что мы с вами совершили большое путешествие от зарождения жизни до выращивания молодой форели. Но меня успокоили. Мне сказали, что первый помет самочек обычно бывает нерезультативным. Сырая икра заливается горячим соленым раствором, настаивается 2 минуты и затем раствор сливается. После чего икра подсаливается и вновь промывается, чтобы ушло все лишнее. А здесь стекают последние остатки рассола. И через 8-10 часов эту икру можно намазывать на бутерброд. Но я, пожалуй, этого делать не буду. Все-таки я отец целого поколения форели. Да и перед мамашами неудобно. Но если вам удастся попасть сюда, обязательно попробуйте эту икру. И при случае расскажите мне, насколько это было вкусно. Сегодня
сегодня мы провели целый день здесь, на форелевой ферме. Мы дали жизнь новому поколению форели. Здесь ежедневно проводятся экскурсии, и вы можете совершить подобное путешествие самостоятельно. Но, пожалуйста, не забудьте взять с собой ваших детей, потому что, когда ребенок получит такой нестандартный урок биологии, в дальнейшем он будет относиться более бережно к природе. На этом я вынужден с вами проститься. До новых встреч. Пока!